Всем привет, друзья, с вами Алекс Рай, и вы смотрите прохождение Call of Duty Modern Warfare 2. Приятного просмотра! US Army Rangers. Джеймс Рамирес как-то там. Кто-нибудь выключите телевизор. Моя группа на система другом задании. Рейнджеров. Принимаю командование вашей частью, сержант Фоули. Так точно, сэр. Слушаюсь, сэр. Я реквизировал страйкеру 8-й бронетанковой. С Бэджером шутки плохи, сэр. Она знает, что делает. Русские режут нашу оборону, как нож масла. Надо остановить их. Укажите точку на карте, сэр. Все будет сделано. Северная Вирджиния, вроде бы. Исход, день 4, 18.51, рядовой Джеймс Рамирес. Вертолеты эвакуации терпят серьезный урон от обстрела с земли. Мы должны уничтожить зенитный комплекс, чтобы можно было эвакуировать отсюда гражданских. Вперед! 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 Уйти с улицы! Снова в пекло! Отряд, защищать страйкер! Берегите пехотинцев с гранатометами! Отряд! Открыть подавляющий огонь по зданию. Неприятель в желтом здании. Уйти с улиц, укрыться в домах. Вперед! Но? Открыть подавляющий огонь по зданию. Отряд, они атакуют страйкер. Берегите с гранатометов. Уйти с улиц. Противники в сером здании. Противники в сером здании. Уничтожить. Но? Обойти их через дома. Иду, иду. Готов атаковать. Жду указаний. Черт. Вас понял. Атакуем пехоту. Дальше один, держи позицию. Ну-ка. Отряд, пройти через эти дома. Быстро, быстро. Так. Кто вообще с кольтом ходит? Лучше же второе оружие взять на военное задание. Цель уничтожена. Внимание, мы выдвигаемся. Дороги. Живо! Дорогами пойдем. Они посередине улицы. Рамирес, тебя задавят. Уйди с дороги. Внимание всем наземным войскам. Бэджер-1 выдвигается. Так. Бэджер выдвигается, уйди с дороги! Здание вражеской пехоты! Вражеская пехота в здании, уничтожи! Осторожно, там РПГ! У нас потери! Но хоть пехоты поменьше стало, лишь бы не сглазить. Всем хантерам говорит Бэджер-1, укажите цель, прием! Вперед! Вперед! Так, разведданные. Какой-то очень маленький домик. Капец, какой маленький. Противоракетная система не справляется со шквальным огнем. Ой, блин. Нужна ваша помощь. Как слышите, прием. Сейчас, сейчас. Я тут под обстрелом. Отряд уничтожить старожилые пушки. Бэджер-1 выдвигается. Всем хантерам говорит Бэджер-1. Укажите цель, прием. Так. Уничтожить сторожевые пушки. Отлично, Хантер 2-1. Спасибо за помощь. Ну-ка. Ой. Все, попал. Блин, за миниган встать нельзя. Зараза. Думал, хоть отбегу. А вот фигу там. Уничтожить сторожевые пушки. Отлично, Хантер 2-1. Спасибо за помощь. Движение сторожевой пушки.
Так. Подтверждаю, атакую пехоту в контрольной точке. Оп. Еще пару человек осталось, вон смыться пытаются. Дальше идем. Нужны боеприпасы. Хорошо, что я еще вот это подобрал. Ребята, ни у кого боеприпасов нет, хотя мы же столько тут поубивали. Черт. Хантер 2-1 главный, это Оверлорд. Доложите обстановку. Мы прорвали блокаду в точке Лима. Продвигаемся к Аркадии. Прием. Принято. Для вас есть новая задача. Приказ главного штаба. Прием. Уничтожив ЗРК, следуйте на Брукмер Роуд 4677. Так. Доложите, когда выполните основную задачу. Конец связи. Вон туда. Атакуем пехоту. Осторожнее! Так, стоп, меняем. Извини. Не поймешь, кто тут русский, кто американец. Это мы заменим. Блин. Держим оборону. Капец, вас тут много, прицеливаться не хочу. Отряд, используй целеуказатели, обозначить цели для страйкера. Сразу вспомнился страйкер из людей. Прорываемся дальше. Цель уничтожена. Вперед! Вперед! Так, все там одни зенитные орудия. Есть. Ой, блин! АК-47 с коллиматорным прицелом. Но нет. Меня тут еще хватает. У меня вектор есть. Всем хантерам говорит Бэджер 1. Укажите цель. Прием. Сейчас укажем. Там у нас никого. Мессер
Соберись! Противник укрылся в ванной! Они пытаются зайти с фланга! Ой, блин! Чуть не завалил вот этот. Перезарядимся. Противник на лестнице. Противник движется. Как-то я отлыниваю в этой миссии. Теперь нам туда. Координаты подтверждены. Огонь! Ой! Валим, валим, валим! А вот и наши. Господи, я американцев нашими называю. Какое пекло. Что-то там в холодильнике рылся. Тут не так. Проверьте убежище. Живо. Не похоже на нападение. Так. Ну? Рамирос, возьми портфель. Ну, то, что от него осталось. Сержант, взгляните. Похоже, это не просто десантники. Да. Сделайте снимки для G2 и обыщите трупы. Есть. Шепарду она не понравится. Оверлорд, объект мертв.